Япония, страна восходящего солнца. Официальное название Ниппон-Коку, расположено на японском архипелаге. Четыре крупнейших острова – Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку – составляют 97% общей площади архипелага. Большинство островов горные, многие вулканические. Самая высокая точка – вулкан Фудзияма – 3776 метров. С населением более 126 миллионов человек Япония занимает 10 место в мире. Большой Токио, включающий в себя столицу Японии, Токио и несколько близлежащих префектур с населением более 30 миллионов человек, является крупнейшей городской агломерацией в мире. Япония – развитая страна с очень высоким уровнем жизни, 17 место по индексу развития человеческого потенциала. Япония – одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни. В 2009 году она составляла 82 года и один из самых низких уровней младенческой смертности. С 1989 года императором Японии является Акихито. Синдзо Абэ в должности премьер-министра работает с 2012 года. Также он председатель Либерально-демократической партии Японии. Во внешней политике Япония поддерживает близкие экономические и военные отношения с Соединенными Штатами Америки. Их основой служит договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией. Япония входит в состав ООН с 1956 года, а также является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Особенностью внешней политики Японии является ее стремление лидировать в мире, прежде всего через ООН и в гуманитарной сфере, выделяя на эти цели немалые средства. Дипломатическая служба Японии сравнительно молода, ей чуть больше 100 лет, а сами японцы по своей натуре являются чуточку дипломатами, говорит чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане Юсихиро Ямамура. Сегодня господин посол расскажет и поближе познакомит нас с деятельностью японского дипломата. Также поделится, чем он занимается в свободное время. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами программа «Мосты дружбы». Сегодня героем нашей программы будет чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане Ямамура Юсихиро. Здравствуйте, господин посол. Здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что уделили ваше драгоценное время для нас. Пожалуйста, я с удовольствием. И сразу же хотел бы задать такой вопрос. Нашему сотрудничеству в этом году исполнилось 25 лет. И какими результатами мы можем похвастаться? Значит, можно так. Прежде чем говорить о результатах, я хотел бы начать с того, как мы в тесте Япония, Кыргызстан познакомились. Да. Япония обратила внимание на Кыргызстан еще в начале 90-х годов, когда Советский Союз распался, даже распадался еще. Да. Мы узнали, что в этой стране пошел процесс демократизации. Да. Это нас удивило. Да. Значит, сразу у нас возник интерес и симпатию к этой стране, которая разделяет общие ценности, демократии. И второе – это внешняя похожесть. Да, мы очень похожи внешне, да. Вы вполне сойдете за японца в Японии. Вы вполне за кыргызы. Это тоже немаловажный элемент для дружбы между народами. И третье – это Центральная Азия, слово. Центральная Азия связана у японцев, как по крайней мере, с великим шелковым путем, который наводит нас на экзотическую ностальгию. Да. И мы сразу подружили, и за довольно короткое время установились интенсивные отношения между нашими странами. Япония решила помочь этой новой стране в развитии демократизма. Мы, конечно, помогали и помогаем в различных других сферах жизни. Мы оказываем поддержку в развитии, социально-экономическом развитии страны. Да. Путем, например, предоставления грантов и низкопроцентных кредитов,
для налаживания инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог. Мы даем возможность молодым государственным служащим обучаться в Японии. Молодое государство всегда нуждается в работоспособных служащих. Да. Вот так, подытоживая, я могу сказать, что в данный момент между нашими странами не существует ни одной такой проблемы, которая помешала бы нам идти дальше по пути дальнейшего сотрудничества. Вот так резюмировать можно, да. Получается, похвастаться есть чем? Да, если есть чем похвастаться, то мы смогли свой небольшой, я бы сказал, небольшой, а не большой вклад в развитие демократии этой страны. Да. Конечно, это достижение было добыто самим кыргызским народом. Вы добились того, что есть сегодня. Мы чуть помогли. Вот вы упомянули, что в сфере политики мы уже сотрудничаем. Хотелось бы узнать, в каких сферах мы могли бы сотрудничать и сотрудничаем сейчас. Мы сотрудничаем в различных сферах. Я уже сказал, что вот в социально-экономических областях и гуманитарных сферах тоже. Да. Посольство каждый год дает гранты для развития жизни населения. Да. Например, мы помогаем школам, больницам, например, предоставляем оборудование, мебели и так далее, так далее. Да. То, если говорить о недавнем времени, то в марте, в конце марта, министр иностранных дел ваш, господин Абдельдаев, посетил Японию. Там имел встречу с нашим министром иностранных дел Кишида. В ходе этой встречи были подписаны два соглашения по гранту по налаживанию, то есть по предотвращению лавин на федеральных дорогах и так далее, да. Есть и сферы культурного направления, да. Япония в Кыргызстане запускает проект по защите от оползней и камнепадов. Президент Алмазбек Атамбаев 2 марта принял председателя правления компании Tokyo Row, вице-президента компании Mitsui & Co. Steel. Можете ли рассказать нам, на какой стадии находится сейчас этот проект? Значит, проект. Вот, Япония, наверное, вы знаете, горная страна, как Кыргызстан. И каждый год мы страдаем от лавин, снегопадов, еще сливовых потоков, оползней и так далее, так далее, да. И я не знаю, сколько человек, сколько жизней в год носят эти стихийные бедствия. Tokyo Row — одна из японских компаний, которая владеет хорошими технологиями предотвращения от этих вот бедствий. И в начале марта, да, по-моему, да, приехали из Токио представители этой компании, и они имели встречу с президентом Атамбаевым. Насколько я знаю, Tokyo Row рассматривает возможность бизнеса в Кыргызстане. Да. Каким будет результат от такого рассмотрения, ну, время покажет, посмотрим. Да. Мы надеемся, что этот бизнес-проект осуществится в скором времени. Да, да, конечно. В прошлом году и в этом году весной были очень много жертв. Да, да. Стихийных бедствий. Будем надеяться на лучшее. И хотел бы поговорить, вы сказали, в торгово-экономической сфере мы тоже сотрудничаем. И какие проекты есть у нас на данный момент и какие реализуются? Значит, пока в Кыргызстане присутствия крупных японских компаний нет, к сожалению. Я только что говорил, что вот между нашими странами не существует проблемы, которая нам мешает идти дальше. Но
можно сказать, это все-таки, к сожалению, не хватает. То есть бизнеса не хватает. Да. В прошлом году, в начале октября, по инициативе нашего Министерства земли и инфраструктуры, здесь был организован первый японо-кыргызский форум по качественной инфраструктуре. В этом форуме приняли участие из Японии более 20 представителей крупных японских компаний. И там были и кыргызские бизнесмены, обсуждали мнения и так далее. Большинство этих представителей из Японии впервые ступали на кыргызскую землю. Они вообще не знали, что такое Кыргызстан. Но уже они, несколько компаний уже проявляют реальный интерес к этой стране. Да. Пока я, конечно, не могу сказать, когда именно будет плод такого форума. Но все-таки этот форум имеет продолжение, значит, осенью, по-моему, в сентябре этого года наше министерство устроит такой же форум, уже второй по счету в Токио. Да. Я надеюсь, что японцы придут. Только, знаете, вот японцы по натуре, как сказать, очень осторожны. Да. Мы всегда обдумываем все аспекты, стороны дела при принятии какого-то важного решения. Можно так сказать, что японцы сами по себе дипломатичны, да? Дипломатичны. Просто дипломатичны, но... Но, знаете, вот японцы приходят не быстро, но раз утвердились, не уходят просто. Да, да, не уходят просто, да. Да. И, как мы знаем, очень много бизнесменов работают в Кыргызстане. А есть ли наши соотечественники в Японии, есть ли у вас такая информация, которые работают там, то есть успешные бизнесмены? Пока успешных бизнесменов, пока я не слышал о них, не слышал, да. Да. Но я знаю, что в Японии тоже кыргызстанцы обучаются и работают, да. Но крупных бизнесменов пока, по-моему, нет. Как мы знаем, недавно в Чолпан-Ате на Иссык-Куле прошел международный турнир по кендо на Кубок посла Японии в Кыргызстане. Расскажите, пожалуйста, про кендо и про этот турнир. Кендо — это фехтование по японскому стилю. Кендо берет начало в единоборстве самураев с мечами. Да. В Японии среди вот всех видов боевого искусства японского происхождения кендо наравне с дзюдо пользуется самой большой популярностью. Да. Очень приятно, что у вас в Кыргызстане немало людей занимается кендо. Они время от времени устраивают турнир. Да. А на этот раз на Кубок посла Японии в Чолпан-Ате, где мы одновременно устроили Дни японской культуры. Да. Я очень рад, что не только кендо, дзюдо и другими видами единоборства японского происхождения занимаются здесь, в Кыргызстане. Да. Да, а вот это первый раз? Нет, это не первый раз. Это уже несколько лет они подряд устраивают такие турниры. А как вам наши спортсмены? На какой стадии они находятся? Не профессионалы? Могут ли соревноваться с японцами? Я сам занимался кендо в средней школе 2 года. Но на моем уровне я не могу судить. Да, как они играют. Но неплохо, конечно. А вы здесь сами кендо практикуете? Нет, я здесь и нет. Только в детстве. Да. А что можете рассказать о нашем культурно-гуманитарном сотрудничестве? Да, я хочу познакомиться с телезрителями, с нашими проектами и предстоящих. Значит, вот с 8 июня по 22 будет организована фотовыставка на площади Алато, посвященная 25-летию установления
дипломатические отношения между нашими странами. И еще с 30 июня по 23 июля тоже выставка будет. Современный японский дизайн в музее ИЗО. Я приглашаю телезрителей на эти выставки. Да, господин посол, как я знаю, вы 11 мая принимали участие в посадке сакуры. Я приглашен на церемонию посадки этого саженца сакура. Я надеюсь, что в следующем году, где-то весной, цветы будут. Да. Вы сказали, что это не похоже на сакуру, это правда? Да, да, но сортов много сакуры, да. Это, конечно, не те сорты, которые мы видим в Японии, да. Обычно в какое время года оно расцветает? Они в Японии весной, если в центральной части Японии, как Токио, то в апреле, в начале. На севере уже в мае. Да. А у нас, например, когда примерно можно? Не могу сказать. Может быть, тоже в апреле, мае. Да. Где еще были посажены сакуры, если у нас при вашем участии? Значит, вот в начале мая вот на южном берегу Сикукуля есть там село Тамга. Да, там военные, там, как сказать, санатории есть, да. И там работали после войны. 1946 года, по-моему, примерно 2 года японские военнопленные. Да, они строили санаторий для военных, да. И потом они, ну, благополучно все вернулись на родину, да. И один японец, который работает на укрепление дружбы между вот, Японией и Кыргызстаном, инициировал эту церемонию, значит, они за свой счет привезли сюда 200 саженцев сакура и посадили, да. Это 4 мая. 4 мая было, да. Мы предоставляем телесериалы, да. Вот КТРК с марта показывает драму, как называется, гвоздика. Да, гвоздика, да, гвоздика, да. Я спрашивал насчет фотовыставки. А кто является автором? Это японские фотографы или кыргызстанские, или международные, других стран тоже фотографы участвовали? Это документальные фото, да. Значит, о государственных отношениях, да. Значит, там президенты, премьеры и так далее, да. В свободное время от работы чем вы увлекаетесь? В основном я читаю. Читаю и художественную литературу, и развлекательную, легкую такую. И научные такие работы тоже читаю. Детективы. Тоже люблю, да. Еще что, вот играю в шоги. Шоги – это шахматы нашего стиля, да. Через интернет с японскими любителями. Да, онлайн, получается, онлайн, игры. Да. А здесь у нас есть любители, или которые знают игру? Я никогда не слышал, чтобы киргизы играли в шоги. А чем-то еще другим увлекаетесь? Нет, я плаваю раз в неделю. По субботам или воскресеньям. Не то, что люблю плавать, а человек в моем возрасте должен, как сказать, двигаться, заниматься каким-то спортом. Да. А у меня жена, детей нету. А жена осталась в Японии. Да. Она могла бы приехать со мной сюда, но дело в том, что у нее мать в преклонном возрасте. И моя жена единственная дочь матери, поэтому мы решили, что лучше остаться в Японии, да. Она здесь, в Кыргызстане, была? Нет, ни разу еще. Нет. Ну, а как вам Кыргызстан? Да, здесь, первый раз здесь? Да, я впервые здесь, да. Мне сначала страшно было, вот, жара, да. Это Центральная Азия сочетается вот с жарой, как-то у нас, да. Но приехал сюда я в июле, да, прошлого года. Да, конечно, жарко, но в воздухе нет влажности, поэтому сносно очень. А в Токио, знаете, вот летняя жара, это страшная такая, влажная, да, душная, да. Здесь гораздо удобнее, да.
А зима, конечно, суровее, чем в Японии. Но я долго работал в России. По сравнению с Россией, конечно, здесь и да лучше. А получается, в России работали, там выучили русский язык? Да, да. Там я проходил стажировку. Да. А еще в каких странах вы были? На Украине был, в Киеве работал, в посольстве и Швеции, в Стокгольме работал. А в России, в Москве, Петербурге и на Дальнем Востоке. Да. Какая страна вам ближе по душе? Все страны, конечно, оставляют мне очень сильное впечатление. Но поскольку я долго работал в России, конечно, впечатление самое большое. Там много друзей у меня. Я надеюсь, что по окончании работы здесь у меня тоже будут друзья. Да. Мы надеемся, что вы в России, оказывается, выучили русский язык. Надеюсь, что в Кыргызстане вы выучите кыргызский язык. У меня учебник есть, я купил учебник, да. Я просмотрел, пролистал, но все-таки пока я не могу изучать. Все-таки для моего возраста новый язык изучить, это очень трудно. Ну, наверное, Да, все говорят, что вот киргизский язык похож на японский по грамматике, да. Структура, да, структура предложения, да, похожа, но не так легко, по-моему, да. Какие-нибудь слова выучили за это время хотя бы? Чонрахмат, такие, да. Ну, конечно, да. Но такие самые элементарные. Салам, чонрахмат. Да? Наши отношения очень стабильные, в положительном смысле, да. И я уверен, конечно, все будет хорошо и отныне, да. И мы должны, конечно, укреплять больше дружбу, да. И расширить сферы сотрудничества да, между нашими странами. И мы сможем, конечно, да. Здесь, с кем бы я ни встречался, люди очень тепло. И с большим гостеприимством относятся ко мне. И они и хвалят Японию. И я чувствую, что это не просто комплименты или, как сказать, красивые слова перед послом Японии. Я чувствую, что это реально они интересуются Японией. Да, за это я очень благодарен. И мне очень приятно. Да, приятно работать здесь. Япония – страна со своеобразной культурной традицией, сложившиеся веками нормы поведения, обязательная деликатность в отношениях, деловая этика не с легкостью воспринимаются представителями другой цивилизации. Она другая – четкая, слаженная, координированная. Японские дипломаты как джентльмены в истинном смысле этого слова. Таким мы сегодня видели господина посла Йосихиро Ямамура.